сайты для отслеживания посылок с AliExpress, сайт 17-трек, сайт PostTracker, ру-сайт Rekit Online, ру-сайт Alitrek, ру-сайт AliExpress Standard Shipping, как отследить товар на AliExpress по треку. Для начала нужно убедиться, что посылка отправлена. В течение нескольких дней администрация сайта проверяет платеж, а потом продавец отправляет вещи покупателя. Как отследить товар на AliExpress по треку? После получения сообщения об отправке, зайдите в раздел «Мои заказы». Возле отправленных заказов есть кнопка «Подробнее». На картинке ниже помечена синей стрелкой, нажмите на нее. В новом окне появится различная информация по логистике и номер трека, по которому можно отследить бандероль. Ниже синей стрелкой показан номер трека для отслеживания. Номер трека, он же номер отслеживания, он же штрих-кодовый идентификатор, который содержит 13 символов, среди которых буквы и цифры. Необходимо ввести в окошко сайта по отслеживанию посылок. Теперь только нажмите на кнопку «Отследить» или клавишу Enter, как отследить посылку из Китая по трек-номеру. Когда посылка пересекает границу из Китая в Россию, отследить ее по китайской почте уже не получится. Теперь нужно отслеживать посылку из Китая по трек-номеру через сайт Почты России. Необходимо выполнить следующее действие: зайдите на сайт Почты России и вставьте в окошко номер вашей посылки, введите цифры с картинки, если данные в базе имеются, тогда вы сможете получить подробный отчет о вашей покупке, где посмотреть номер отслеживания AliExpress. Все ваши данные по заказу находятся в разделе «Мои заказы». Этот раздел открывается в выпадающей вкладке при нажатии вашего имени в верхней части экрана с правой стороны. На картинке ниже показан синей стрелкой. Где посмотреть номер отслеживания AliExpress? Такой вопрос часто возникает у новых пользователей этой торговой площадки. Вся необходимая информация по заказу находится при нажатии кнопки «Мои заказы». У вас откроется окно, как на картинке ниже и синий. Стрелкой показана кнопка для информации по отслеживанию. И вы увидите свой трек-номер, помечен синей стрелкой на картинке. Отслеживание AliExpress по Почте России. Почта России доставляет посылочные пакеты в регионы РФ. Главное, для быстрого получения бандеролей, это правильно, написать адрес и индекс. Если будут несоответствия между городом доставки и индексом, тогда посылка может идти на 5-7 дней дольше. Как отследить посылку с AliExpress в Беларусь? Инструкция, позволяющая отследить посылку с AliExpress в Беларусь, зайдите на торговую площадку, раздел «Мои заказы». Во вкладке «Подробнее» скопируйте номер трека, введите его в специальном окошке на сайте Белпочты. Через несколько секунд появится вся необходимая информация, как отследить посылку с AliExpress в Украину. В Украину посылки с Китая идут в течение месяца. Это долгий срок, и у покупателей возникает вопрос, как отследить посылку с AliExpress в Украину. Когда посылка пересекает границу с Украиной, трек-номер уже стоит отслеживать на сайте Укрпочты. Как отслеживать товар на AliExpress в Казахстан? Покупатели из России, Беларуси и Украины уже знают, как отследить бандероль. Теперь стоит рассмотреть вопрос, как отслеживать товар на AliExpress в Казахстан. Выполните три простых шага. Если посылочный пакет находится на территории Казахстана, то в статусе обработки отслеживания на почтовом сайте можно увидеть такие записи: поступление на сортировку, передача таможни, проверена таможней сортировка и отправка из сортировочного цеха. Ни один человек не любит долго чего-то ждать, тем более оплаченный товар. Такой посылочный пакет придет до пункта назначения за 2 недели. Удачных покупок и быстрой бесплатной доставки!